Приветствую всех, друзья, с вами Черный Металл, игра Старулис, и походу здесь сейчас у меня будет бой один на один вот с таким вот, ну, не сильно большим, но довольно приличным флотом. Давайте-ка заценим. Явно идут ребят ко мне. Уверенно, я вам скажу. Планету просто взорвал. А, у меня тут два корабля, ну, против двух кораблей, ребят, вам никуда вообще. И никак не справиться. Вы уж простите. Чё-то вы свои силы переоцениваете, по ходу дела. Фокс. Оу. Они еще живые даже остались. Ох, как эти поливают-то, ёшкин ты матрёшка. Неплохо смотрится, да? Я над этими кораблями, чтобы их правильно хоть как-то сделать, довести до божеского вида, часа 4 кропотал. Если кому интересно. Так, тут планет осталось у меня немного, да, уже? Так, вот я вот не знаю, не могу понять, мне это надо будет захватывать, не надо. Так, здесь мне еще надо воткнуть себе, построить врата. Так, орбита. Гейт. Так, стоп. Сначала... Start using defense. Ага. Давай начинай строить, короче, оборонку себе. Без оборонки будет у нас все печально. Планета убийца, сюда иди. И мы направляем вот, пожалуй, вот сюда вот, да? Надо мне уничтожить, короче, все планеты. Да, согласен. Можно прилететь, звезду взорвать, да и все, нет. Это моя галактика. Звезды я у них там взрывать буду. И пока я этим как раз занимаюсь, мне интересно потом будет посмотреть, что еще ко мне сможет прилететь из мощного. Если, конечно, тут строят мощные корабли. Я хочу построить свой еще левик. Ну да, как бы вот... единственный минус здесь вот в игре, то что вы можете выставить размер. То есть компьютер вряд ли будет так уподобляться супер размером. Но вы, зная игру, если более-менее сможете тут развиться, вы можете выставить один корабль с хорошим размером, если ее тщательно продумаете, который сотрет все в порошок. Ой. Ну, тут как-то так и происходит, по сути. Вон они. 1,1К. 1,2К. Ну, что это такое? Это тысячные. Это тысячники. Они бесполезны. Что они, правда, пытаются защитить, я вот что-то понять не могу. Даже интересно становится, но как-то непонятно совсем. Вот они здесь летают. Может, у них где-то еще где-то есть хорошая системка вкусная. Они ее защищают. Тоже вариант, кстати. Так. Ты у меня что здесь делаешь, друган? Что-то я вообще юмора не понял. Стоит, что-то скучает. Это, смотрю, планеты все подшибал, все, ничем не занимается. Ай-яй-яй, таким быть. Работа еще моря. 3 тонны. Без поворота на 15 градусов. Что давай, ребят, работаем. Мне нужно, чтобы вся галактика была чистая. Отфильтрованная по полной. Так сказать. Здесь, кстати, очень много ресурсных, смотрю, камушков, да? О, прилично. Нормально, нормально. Так, этот пошел уже зачищать, да? Так, сколько у меня здесь запасе-то? Раковничек. Маловато. И надо будет как-нибудь себя научить вообще по-хорошему. Вот там, где я ставлю кольцо, чтобы там все... Прошу прощения, что-то сегодня першит горле ужасно. Приболел, видимо, чуть-чуть. Надо сделать так, чтобы у меня, где я ставлю планетарное кольцо, вообще не было в помине даже этих ресурсных камушков. А то потом выискивать это вообще кошмаром будет.
Ну, здесь и правда это я помню, что у меня не здесь есть. Здесь я пока ставить не буду, а здесь есть. Здесь вот есть. Надо, чтобы все сюда, вот видите, летел. Здесь они быстро это все разобрали, и будет все хорошо. Так, ребят, что случилось, почему вы здесь стоите? Люкануло, что ли, что-то? Да нет, вроде. Так, врата я построил вообще? Да, конечно, построил. Построил же целых 20 штук. Ладно, они потом, я думаю, разберутся. Сейчас здесь ставим. Бывает, наверное, что подключивает. Это не страшно. Так, команд компьютер. Support Station. Угу. О, видите, как сразу как тараканы разлетелись. Нормально, нормально. Так, бабло у меня более-менее еще в порядке держится, да? Здесь у меня боевой корабль. Так, его в центр сразу галактики переправляем. Это немножко поважнее будет всего остального. А здесь целых два звездных разрушителя. Вы только подумайте. Один уже справиться не может, да? Видно, случайно двоих послал. Что-то мне не очень нравится то, что здесь летают вот эти вот всякие разные шпионские корабли. Как бы здесь не было какого-то долбанутого, блин, нападения. Это было очень бы плохо. Хотя это было бы интереснее, в игру бы добавило. Не ожидал новых событий. Хотя, может, этого не будет. Здесь такое, не предугадаешь. Да что у вас там опять с этой политикой дурацкой? Вы там что с херней страдаете? Unexplained. А потом будут посидеть эти очки, понапокупать себе. Чем они там воюют, тут неинтересно. Они с друг другом воюют. Возможно, из-за этого есть косяк. Воины, блин, невидимого фронта. Так, здесь у нас что? Осталось две планеты, да? Все как тараканы летают. Что они здесь, блин, забыли? 999. Забавненько, кстати. Интересная форма корабля. То есть долетели, сразу удрали. Вот. Вопрос, конечно, знаете, такой интересный. Чего они сюда вот прутся и сразу убегают? Надо бы здесь поставить какую-нибудь станцию военную, чтобы она им сразу по мордасам давала. То что-то как-то все и не дело. Так, ну может здесь мне еще построить, не знаю, врата. Ват. Хотя нет. Ладно, давайте попробуем здесь построить тогда еще один тогда кольцевой мир. Что-то я вот не могу никак понять, почему я не могу ниже спуститься захватывать. Погоди-ка. Так, у меня же Orbital, Orbital. Где эта хреня? Supi Station, да? Outpost. Вот, а вот пост давайте построим. Просто банально. Все. Он меня соединил здесь, да? Делаем второй пост. Он меня соединяет здесь, да? Угу. Слушайте, какая долбанутая хитрая система, это звездец. Ужас-то какой. Да. Тут немножко похоже на Stellaris даже. Сильно похоже. Слушайте, я уже начну сейчас строительство в том месте, в котором я хотел. А, так вот как они территорию-то, наверное, подохватывали. Я... Блин, поймешь, если честно.
Вот постик сюда. О, наконец-то я могу захватить систему центра галактики, где у меня будет основное массовое производство всякой билибердени. Так, давай иди сюда. Начинаем здесь строительство кольца. Это будет наша основная база. И я надеюсь, это будет начало конца всем остальным галактики. Ну, пока уйду на паузу, друзья. Как говорится, она пока построится, пока ее, ну, как сказать, на ней поставлю модули необходимые, пока придумаю что-нибудь с Левиафаном, и уже когда буду тут, либо что-нибудь интересное будет, либо я начну заканчивать строительство Левиафана, я обязательно вам покажу. Увеличиваю я, друзья, мощность своего Левиафанчика. Красавец какой. В общем-то, как я увеличиваю мощность? Во-первых, я ему вот такую вот фигню качаю. Так, что это у нас здесь? Tension. Так, Somze. Broken Sector. Fate Memory Bank. Надо это все. В общем-то, кому интересно. А, увеличиваю. Ух ты, сколько привез-то. Так, Иван Кеннон, я ему поставил Support Station, Genesis Device, Boost Machine, нафиг. Так, пробки, Stellaris Generator, Orbit. Телескоп на тебя могу поставить? Могу, получше видел ты. Еще один телескоп, тоже давай. Так, у меня, как видите, Combat Simulation 16 штук. Combat Computer тоже 16 штук. Не знаю, может больше 16 вешать нельзя. Пока экспериментирую, увеличиваю им, пока вот летаю по секторам своим ХП. Это почему будет основной корабль. Я чуть не помер его строить, это просто звездец. Я 8 часов разбирался, как его строить. В общем-то, если бы, друзья мои, строите корабль, который принять какую сумму в этой игре, ну, захотелось, как мне тоже, так сказать, не дружите с головой, уже это я точно могу сказать. В общем-то, смотрите, вы начинаете строить, вам говорят: Frame Druid Rock, Leviathan, типа, процент 17, вы можете выбрать, сколько процентов он будет жрать. То есть, вот, к примеру, берем 62%, 1,2 биллиона, а у меня всего там остается 22,7 миллиона. Ну, в общем, короче, я беру Full Nase. А, не хочет, это зараза. Ага, вот так вот, короче, Full Nase. Я начинаю финансировать строительство супер-мега-сооружения. Вот оно появляется сразу же. И потом, когда у вас вдруг резко, друзья, останавливается здесь постройка, то есть у вас хоп, она остановилась, а что же делать? Вам надо зайти именно в этот момент, в этот Droid Rock, когда у вас будут деньги, положить сюда определенное количество сумму. Не ложите, когда у вас будет минус, или не ложите больше того счета, который у вас есть здесь, иначе стройка собьется. Сбивалась она у меня 5 раз. Это вот, в общем, кому интересно, вот так вот рассказать. Довольно-таки интересно, забавная вот такая штука. Нафиг, я строить вторую не буду, мне одного хватит. А тут ёкнуться можно. Ну, такая забавная, друзья, штука. Как видите, я здесь уже и планет понатыкал, и того, и третьего, и десятого. И еще есть такая интересная штучка. Я вот хотел как раз проверить вместе с вами. Я ее делать не стал. Это не то. Stellar генератор, друзья. Да-да-да, мы можем сделать звездный генератор. Опа! Еще один могу? Еще один могу, круто. Слушайте, это вообще отпад. Давайте-ка. Блин, а сколько у меня генераторов звезд, интересно, что стало? Так, постараемся как-нибудь ровнее, да? Квадратиком. Ушкин ты, Ушкин. В общем-то, охренеть можно. Так, и планета здесь. А, так она не исследована. Давайте исследуем. Вот так вот пролетимся и сюда. И сюда, потом сюда, потом сюда. Может, там планета есть, может, нет, черт его знает. Я на эту игру, знаете, за последнее время потратил реально уже, как сказать-то. Я в эту игру уже играю дольше. Дайте-ка я, кстати, посмотрю. А насколько я дольше в нее играю, интересно, чем Stellaris. Дайте я посмотрю, очень интересно. В общем, пока... Ну, Stellaris мне там хорошо пошел, более-менее. Я решил его, ну, не выкладывать несколько серий за день. Там оставили в расписании по субботам и воскресеньям. Да, это некоторым не понравилось, вы уж меня простите. Но это дает мне возможность хотя бы немного поэкспериментировать с другими играми.
Может, надо посмотреть, какую игру больше смотрят. Как бы Stellaris многие знают, но так как у меня идет и Stellaris, и Star Allies, это мне вот довольно интересно. Блин, надо бы это все в один плейлист запихать. Не в один, а в одно описание, что есть еще такая вот игра. Я потом над этим подумаю. Так, где у меня? Так, Star Allies. Ага, я наиграл уже здесь 45 часов. 45 часов я уже наиграл, у него ни хрена себе. А Stellaris... Нет, Stellaris я немного обогнал. Stellaris мне 90 часов. Stellaris я снимаю с февраля месяца. Извините меня, это только недавно начал снимать. Но вообще-то игрушка прикольная, друзья. В плане того, что здесь вот спокойно можно развиться, ну, да, благодаря модам, стыры-пыры, растопыры. Так, стоп. Ты у меня здесь исследовал? У меня еще корабль делся. И мой основной маленький корабль. Не, ну это планета убийц, это понятно все. О, как. Погоди-ка. А здесь что, вообще нет, планеты здесь есть. Вот это вот. Че, протопланеты? Да ладно вам. Давайте-ка, значит, здесь мы можем создавать галактику, вот с помощью протопланеты энергии мы можем делать планеты, которые нам интересны, друзья. Ни хрена себе, я сказал себе. Обалдеть. Вот такие вот возможности вам дает вот такая вот игрушка. Интересно, в Stellaris когда-нибудь такое вообще ведут? Кстати, напишите, там собирается вообще вот кто... Эту игру лучше меня знает. Напишите, когда там собирается вот такие вот похожие вещи делать. Очень уж интересно стало. Ну ладно, ты сюда отправился, я за тебя рад. Че ты здесь тусуешь, ты мне не скажешь? Думал, ты пошел что-то там поисследовать, посканировать. Она как-то он себя ведет, бывает. Ну ладно. Как хочет, так пусть и ведет. Это у меня основной шип боевой. Он уже и разворачивается хорошо. И поворачивается. Ну, я на него тут всякого столько разного прикрепил, что... Вот, извините меня, с трудом солнышко. Видите его мощность? 158. Сила. Ой-ой, я промолчу. Я ему хочу ХП поднять где-то до миллионов хотя бы 100. Но ХП поднимается здесь корпуса, к сожалению, щитов. Поднятие возможности ХП я так и не нашел. Я бы очень не отказался. Так, альтернатив. Activate and control invership. Так, ладно, сделаем так, короче. Это все не то, что я ищу. В общем, сканируйте аномалии, друзья. Ну, я смотрю, компьютер их не сканирует, то есть он вам дает как бы так, ну, развиваться, типа. Так. А давайте-ка вообще мы проэкспериментируем. Вот мне интересно стало. Вот здесь галактика, к примеру. У меня есть спайпроб, да? Да, они у меня есть. Вот так, чтобы, блин, найти. А по поводу вот этого. Здесь есть некоторые, которые вы можете выбирать, к примеру, там, что вы хотите. К примеру, ну, вот гриф 23. Вы можете здесь выбрать, что вы там, к примеру, хотите себе тут заиметь за его. К примеру, Патриот, Саботаж, вот, Культивейшн, к примеру. А что ты не хочешь? Грифт. Понятно, что-то заглючило. Ну, я ничего тут... Ну, хотя, может, я не то что-то делаю, но ладно, не столь важно. А хотя, погоди-ка. Здесь же очень большая у него шкала, да? А так, Райдер 31, XSN, Knowledge, Terrain. А, тут даже сила показывается. Так, Spay Any. Не совсем понимаю, как это работает. Ладно, у меня есть спайглаз, так называемый. Давайте-ка его найдем и попробуем его применить. Вот спай, спай Эни. О, погоди, так я могу так за ним следить, что ли? Да ладно вам. То есть это у меня шпионаж вот таким образом действует. Ой-ой-ой. Разобраться, конечно, как он нормально работает. Что-то думал бы, это поинтереснее все будет, но да ладно. Так, а, во-во-во, я его вижу.
У него тут я вижу, к примеру, планета что построена, а развивается. Здесь. Развитие, конечно, тут хреново идет у него. Давайте заценим компьютер, как развивается. Так. Конечно, извиняюсь, но, мягко говоря, он ужасно развивается. Он не развивается вообще. По ходу дела, либо это он новые системы захватил, либо, блин, я даже не знаю. Чё так он хреново-то развивается? Ну вот, у него целая практически звездная система распоряжения. Сейчас с тобой, друган. Мне не друг, как бы. Мы с тобой воюем, но все ж таки. Вот это интересно, кстати говоря. Может, они с кем-то воюют просто? Ну ладно, дипломати. Где у меня еще это спай Эни? Оно есть. Ну, давайте-ка запустим. Что-то мне кажется... ну, как сказать, кажется. Ага, во-во-во, пошли открываться. Сектора этого чудика. А, о, как. Хотя, почему они желтые оба? Я что-то не понял. А здесь вообще система не открыта. Не типа в альянсе или вообще как это называется. Ну да, они, как видите, друзья, не развивают вообще ничего. То есть ни хрена не строят. Ну, блин, понятно все. Компьютер тупенький. Вот это жестко. Это мне не очень нравится. Хотя мне интересно, какие флоты он собирает. Что, во-первых, тут с этими случилось, с ребятами. Ну, должен же он как... Нет, он развивается. Зацените, он построил даже рядом звездную систему. Ни хрена подобного, ребят. Он развивается. Это не кисло так развивается. Потому что это система звездная. Но смотрите, вот он рядом ее построил. Так, 8 из 9, да? Здесь он ничего вообще не строит. 7 из 3. Рано он как-то развивается. Здесь у него производственный цех 17-16. Может, я просто что-то не понимаю. Вот. Все-таки вот это вот полезно, как бы взял за любым шпионишь. Вот это мне надо. За этим присматривать, да и покупать постоянно. Так, и где мой злобный кораблик, который тут сканировал что-то. Я понял. Ох, твою налево. А, ага, понятно. А можно это как-нибудь вообще уничтожить, что ли? Черт. Дурацкий варп-след, я их терпеть не могу. Блин, может, к ней военную станцию какую-нибудь прикрепить, чтобы они меня не доставали. Так, а здесь почему у меня врат нет, простите? Система не новая. Или новая? Я врата еще не воткнул. Он-то и так сюда прилетит без врат. Немножко дольше времени займет. Подождем пока. Врата построятся быстро. А лететь он будет дольше, чем строительство врат идет. Так, я вот что-то не понял вот сейчас вот реально юмора. Не, система... Вот, видите? Вот такая вот хреновина есть. Так это у меня получается спутник. Это, блин, что, Super Station? Да вы издеваетесь, ТП. Если здесь такое есть. А, ну-ка. Так, протопланета нет. Генезис. Ратор. Не-не-не-не-не-не-не. Keep Drive. Exploration. Probe. Support Station. Еще одну поставлю. Да не то, что хотел поставить. Ну да ладно. Так, телескоп нафиг. Orbital. Neon Cannon. Ратор. Нет, это все не то. Блин, отстой вообще. Полный.
Так, планет-генератор. К сожалению, планеты я захватывать не могу, но если бы я еще умел захватывать планеты, мое развитие было бы быстрее, чем у компа. Я бы тут не знаю. Но игра реально предназначена как бы по ходу дела. И куда этот полетел там дятел? Совсем опух. Мужик, я тебе там не мешаю случаем-то. Один летает. Нормальный прикол. Разлетались тут ядрёно вож. А, драйдрок остался. Ладно, пусть стоит. Столь важно. Так, где у меня еще? Я поставил строительство. Надо камушки подобывать. Ага, сюда. Значит, сюда горцуй. Так, что у меня тут осталось? Надо, чтобы он прыгнул на корабль главный. И это тут маленький мой. Размером, блин, с планету. Давай, иди сюда. Что со строительством за? Я вот что-то не понял. Производственный комплекс? Нет, вообще. Значит, я недавно только эту планету построил. Но вообще-то я всегда строил минимум 4 штучки. Ладно, давайте сделаем хотя бы 2, а то что-то как-то вообще не алё. Никуда не годится. Пусть летит своим ходом, что я могу еще сказать. Тыпнуть я его смогу хоть куда-нибудь. 5000 энергии. Не, ну это жестко он стоит. Просто реально жестко. Так, генезис девайс, планет генератор. Так, планет генератор. Планеты я распихаю вокруг центральной, потом я их все снесу. Постепенно. Я не понял вообще-то, знаете, вот одного. А здесь, вот обратите внимание, вот у меня тут появились некоторые тут такие бустеры, типа суперстейшн. Такой почему будто компьютер какими-то модулями сам их подтягивает сюда. Я не понял вообще юмора, как это происходит. Но, в общем-то, если у вас есть планета, и рядом какая-нибудь планета в вашем радиусе, вашего, так сказать, влияния, то какие-то то ли дроны, то ли какая-то еще хрень летает и их подтягивает постепенно к себе. Я не понял, что это такое вообще в корень. Это прикольно смотрится. Очень прикольно. Такс. Здесь у меня что? Здесь у меня только астероиды. Жалко, астероиды полностью подать не могу. Вот обидненько, обидненько. Сейчас он долетит, блин. Ну да, конечно, летит он очень долго. Так, у меня здесь что-то осталось на исследовании? Угу. Не осталось, жалко. Так, планеты по внешнему кольцу. Осталось тут вот их только сделать. Сколько у меня там всяких артефактов. Я просто как делаю? Я сначала ставлю кольцо, потом артефакты иду исследовать. И потом лечу еще вот это вот все перерабатываю. Ну, я чувствую, мне здесь столько не понадобится, потому что ну, компьютер почему-то реально тупит. То есть он ничего не строит на планетах. Не знаю, может так, блин, и задумано. И, типа денег больше. Хотя чисто теоретически можно поставить мод, убирает который необходимость пищи и еды. Не знаю, что с этого получится. Ну, конечно, есть, но непонятно, друзья, как компьютер будет на это все реагировать. Вот это вот единственный вот косяк, который мне раздражает. Так, скип-драйв на тебя не могу поставить, уже стоит. Так, суперстейшн. Тоже не могу. Машин. А, вот симуляцию могу еще. Я не знаю, что это означает, это simulation. Command computer artifact. 150. On may drop. Flagship. А, так 150 подбавляет мне это к кораблю моему. А это что за хрень? Это один ЕХП. Он ремонтируется. А. Понятно. То есть он к союзной корабле может ремонтировать добавок ко всему. Ну, блин.
вами. Ага. То есть, что это означало? Ну, блин, зря это сделал. Короче, это надо уничтожать нафиг, это я понял. Довольно прикольно. И необычно. Полетели к следующей. Как видите, у меня тут союзный флот, его довольно-таки хорошо увеличивается. У него пару телескопов врублю, чтобы он далеко видел. Ну, долго объяснять, друзья. С телескопами он будет намного дольше видеть, и телескоп, вот я не помню, сюда он один ставится или нет. А нет, не один. Будем здесь телескопировать все. Вообще-то на центральную было в колонию это все ставить. Было попроще, я думаю. Там то что? А, он ворот построил. Молодец. Охренеть, какое время? Я уже сюда прилетел вообще-то. И что ты мне предлагаешь? Уничтожаем. Это все неинтересно. Давай-ка сюда огорцуй. Да, видите, я на скорости 5х, можно 10х поставить. Но это... Я не успеваю вообще даже понимать, что происходит. Если я, может, хотя бы успею уловить там, если кто-то прилетит драться со мной и вам показать. А так вообще тут что-то где-то смело, кого-то где-то тут убило. Я такой, да ладно. Ну ладно, убил так убило. Что, где, кого, зачем, почем, вообще непонятно. Надо как-нибудь их припарковать аккуратненько, чтобы они не мешались нафиг. Блин. Мешаются. Так, здесь что, вы что, сожрались что ли? Да ладно вам. Принося глоеды. Так, а где вы не все съели? Ну-ка, давайте рассказывайте. Ага. Я смотрю, тут пару камушков-то есть вкусненьких. Залететь. Что это мы здесь халявим? Нехорошо. Что ты там получил? Так. Угу. Можно рейр. Дал получить воду, да? Ну ладно, давайте это пусть тогда такая фигня сделается. Просто я хотел, если компьютер бы тупил и не пользовался модами, поставить я ему могу также, чтобы он делался, ну разобраться точнее, сейчас сразу с разбега не смогу поставить, но разобраться, чтобы поставить ему, чтобы он тоже был этим рингом, мне не очень было сложно, но компьютер походу как-то не развивается, ну мы еще посмотрим, мне тут дел еще полно, вам показать еще здесь хватает чего, так что я пока отправляюсь к себе, как говорится, в дом родной, сейчас тут протопланеты, возражу. А почему нет? Потом их взорву. Построю кольца. Что-нибудь еще понавытворяю. Энергии у меня пока хватает? Хватает. Он даже убегать не успевает. Смотрите. У меня бешеное количество энергии. Толку-то от этого. С хранилища энергии это все вообще без... Так, а я могу в такой маленькой звездной системе, а не меньше гораздо, поставить вообще хотя бы одну какую-нибудь тут, не знаю, ринг, что ли? А могу. Прикольно. Могу и сделаю. Сколько у меня там всего ресурсов? 153 тысячи. Хватает. Шикарно. Ну да, ком что-то не развивается. Но я еще раз повторюсь, друзья, не знаю. Потом скачаю пиратку, посмотрю, что там как. Пробовал также я еще играть с русификатором, так как многие просили из вас поставить русификатор, он здесь есть. Друзья мои, с русификатором у меня она вылетает стабильно через 2-3 часа игры. Потому что она русифицирует все, оригинальную игру, потому что нормально идет, но я давным-давно уже даже в 7 Days не могу играть, потому что меня тошнит от ванильки. Просто реально тошнит. Я вот играю с модами. Моды, которые мне сейчас нравятся очень сильно. Да, я согласен. Многие из вас напишут, что это круто. Ванилька, ванилька. Нет, не круто. Ванилька по 7 Days, я уже запарился повторять. Она крутая только в том случае, если разработчики постоянно что-то новое вводят. Хорошее новое. То, что интересно делает сюжет.
Сейчас такого, как бы, я бы не сказал, что есть. Ну, есть, как бы, но не так, чтобы супер. Что-то обленились они. Хотя YouTube тут молодец, половина серии. А, кстати, не помню, рассказывал, нет, у меня YouTube этой монетизации серии лишил. Star Drive, жестокая игра. Мне это вообще прибило гвоздем к стенке. Я поржал. Я понимаю, 7 Days, но эту игру. Ну ладно. Буду на этом, пожалуй, друзья мои, серию заканчивать. Сейчас я тут покопаюсь немножко. Потом еще покажу вам возможности этой игры, чтобы, ну, вы могли полностью оценить, посмотреть, как бы. Я не знаю. Я рассказывал про эту игру самой первой серии. Вот кто меня смотрит, тот хотя бы увидит то, что здесь можно звезды создавать, планеты тут просто можно. С помощью этих очков исследований можно делать то. В следующей серии там попробуем как-нибудь астероиды потаскать. Я вам покажу, как это хотя бы делается. И я сейчас еще поставлю несколько тогда колец и пойдем дальше, скорее всего, попробуем улучшить наш кораблик до максимума. Всем удачи, всем пока.